На советской армии сегодня развернулся самый настоящий барбершоп. Только в руках у этих парикмахеров не ножницы, а газонокосилки. Сотрудники городских служб благоустройства не только делают улицы города более эстетичными, но спасают самарцев от аллергии. Трудятся ежедневно с 8 утра. Стрижке подлежит вся зелень, которая выросла выше 15 сантиметров. Люди, естественно, обеспечены средствами защиты для глаз, одевают резиновые сапоги, одевают специализированную нашу форму. Работая с триммером, из-под триммера могут вылетать камушки, стараются рядом к машинам не подходить, для того, чтобы не повредить стоящие вдоль дороги транспортные средства. Город строится, появляются новые районы, поэтому каждый год в ведении сотрудников службы благоустройства добавляются и новые участки работ. Это газоны вдоль дорог, а также в парках, скверах, на набережной и во дворах. С начала сезона во всех районах города уже скосили траву на площади почти в 700 гектаров. Это сопоставимо с площадью 26 стадионов «Самара-Арена». До конца июня необходимо провести работу еще на 1600 гектаров. При наступлении дождей усиливается интенсивность роста травы. Таким образом увеличивается количество поступающих обращений жителей по покосу. И, конечно, мы принимаем всевозможные меры для того, чтобы осуществлять этот покос. В конце июня стартует второй этап работ. За сезон, который длится с мая по октябрь, подстригать газоны приходится 3-4 раза. Кратность зависит от скорости роста травы. При обильной влажности рост ускоряется, увеличивается и количество покосов. Андрей Горгуленко, Мария Левина, Николай Сидоров. События.